Привет! И вас приветствует канал Анастасии Кальченко на YouTube «Сделаем сами своими руками». И сегодня мы будем делать вазу ко дню Святого Валентина. Для этого мне понадобятся синие модули, то есть модули из синей бумаги, размер 32 часть от листика А4. Первые три ряда нам нужно сделать, точнее даже не три ряда, а все 18 рядов мы делаем по 36 модулей длинной стороной на себя. По 36 модулей. 18 рядов. Вот таким образом. Я сначала делаю три ряда для удобства, чтобы они были крепко соединены. Итак, повторю, нам нужно сделать 18 рядов по 36 модулей. Длинной стороной на себя. Вот, 3 ряда по 36 модулей. Теперь делаем еще 15 рядов, тоже по 36 модулей. И постоянную поделку нужно будет выворачивать вовнутрь, чтобы получился кувшинчик. Все-таки это делаем же вазу. Вот, я сделала 18 рядов по 36 модулей. Следующие 3 ряда у меня будут тоже по 36 модулей, только короткой стороной. Следующие 3 ряда тоже 36 модулей. Только короткой стороной надеваем их. Вот, я сделала 3 ряда по 36 модулей коротким носиком на себя, короткой стороной. Теперь нужно сделать следующий ряд, сократить нам до 24 модулей. То есть 2 краешка от модуля от одного мы вкладываем в один кармашек. Вот таким вот образом. И так по всему кругу. Получится 24 модуля. И таких рядов по 24 модуля нужно сделать 15 штук. 15 рядов. Итак, здесь 24 модуля. И делаем дальше еще 14 рядов по 24 модуля. Я сделала 15 рядов по 24 модуля, должно получиться вот такой вот кувшинчик должен получиться. Теперь будем делать украшения для этого кувшинчика. Это будут сердечки у нас. Нужна будет бумага ярко-розовая, красная, светло-розовый такой цвет. Светло-розовый. Нужно повырезать сердечки разных размеров. Большое, чуть поменьше и еще меньше. Три вида. Большое, среднее и маленькое. Вот, я повырезала сердечки. Теперь нужно их сделать объемными. Как это делать, я сейчас покажу. Где ножницы? Нам нужен будет клей обычный ПВА, ножницы и все, и ваши руки. Вырезаем вот тут посерединке, надрез делаем.
намазываем одну сторону клеем небольшим слоем. И вот таким образом склеиваем. Получается вот такое объемное сердечко. Теперь этими сердечками нужно украсить наш кувшинчик. Вот такая ваза у меня получилась. На нее у меня ушло 1116 модулей синего цвета. Размер модуля 32 часть от листика А4. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И с Днем Святого Валентина вас! Всем пока!